Привет, девчонки! Сегодня решила снять свое видео уже о своей любимице. Это компания Uriage, серия Isiak K18. Это вот такая вот туба на 40 мл. Крем белого цвета, достаточно не жидкий, не густой, но очень приятный по консистенции. Девчонки, это крем с кислотами. Подробное описание, из чего он состоит, я напишу, наверное, под видео. Девочки, что этот крем значит для меня? Я хочу вам сказать, если у вас существует проблема постакне, застоялые пятнышки, подкожные, черные точки, множество разных... Наверное, проблем с кожей, именно проблемная кожа, с прыщечками все вот с этим вот связано. Этот крем вам поможет, по крайней мере, он мне помог. Этот крем, он каким-то чудным образом открывает поры, но при этом поры не смотрятся расширенными. Он делает так, то, что они чистятся, и после него действительно свежий, ровный цвет лица. Поры очищены, постакне уходит. При регулярном использовании вы действительно почувствуете то, что кожа становится чище. Мне вот этого вот, вот этой баночки хватило около 5-6 месяцев. Я им пользовалась не постоянно, делала перерывы, пользовалась только по необходимости. Что могу сказать еще об этом креме? Он имеет такой, знаете, характерный кисловатый запах. Имеет характерный, как я уже сказала, характерный кисловатый запах. И если у вас есть, допустим, какое-нибудь открытое поро, да, либо ранка на лице, при нанесении вы почувствуете, как он будет щипать. Девчонки, если его нанести не сильно много на лицо, эффекта жирности не будет. И я вот его, допустим, использовала только вечером, нанеся его не совсем много, кожа при всем при этом, она напитанная, очищенная по истечению времени становится и ухоженная. Мне очень сильно понравилось. Она даже осветляет некоторые пигментные пятна. У меня, допустим, по неосторожности было пятнышко на лице, веснушки осветляют. Как я уже сказала, да, осветляет веснушки. И, знаете, вот мне очень сильно в нем нравится то, что этот препарат, он не вызывает, ну, я так могу его назвать, потому что это аптечная серия, этот препарат, он не вызывает привыкания. Мне очень сильно это в нем понравилось. У него, ой, вот такой вот носичек идет, он уже у меня кончился, как вы видите, вот тут совсем чуть-чуть осталось на пару применений вот такого белого, слегка зеленоватого цвета. Девчонки, всем рекомендую, если будет возможность купить, ой, обязательно приобретите, потому что, ну, для меня это скорая помощь, убирает, как я вам скажу, сказала уже, все застоялые пятнышки, убирает, выравнивает кожу, постакне. Для меня это просто, знаете, находка. Этот, как я уже сказала, этот тюбичек у меня закончился, я уже жду, когда ко мне придет второй, так что это для меня, знаете, большой показатель, то, что я беру, так скажем, повторяю покупку, так что, девочки, если вы страдаете тем же самым, то, что у вас чувствительная кожа, есть высыпания, остались постакне, черные точки, девчонки, присмотритесь, возьмите, и я уверена, вы в нем не разочаруетесь. И на этой ноте, наверное, с вами попрощаюсь, девчонки, желаю вам приятных покупок, чистой кожи и оставайтесь всегда оставайтесь, девочки, всегда любимыми, счастливыми и, конечно же, всегда желанными. Всего доброго, до скорых встреч. С вами была ваша Ира. Пока-пока!